Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня варим грушевое варенье. Груша получилась нежная, а сироп прозрачный, как мед. Для начала очищаем и нарезаем на кусочки грушу. Грушу мы подготовили, а сейчас нарезаем лимон. Из половины лимона делаем сок, а из вторую половину нарезаем на кусочки. Мы все подготовили, а сейчас берем удобную тару, кладем сюда грушу, добавляем сахар, добавляем лимон. Наливаем лимонный сок и воду. В
ставим на огонь. Доводим до кипения. Как только процесс кипения начинается, выключаем огонь и оставляем на 2 часа. Спустя 2 часа варенье вновь ставим на огонь. Как только закипит наше варенье, уменьшаем огонь, убираем пенку и варим до готовности. Спустя 1,5 часа наше варенье готово. Выключаем и даем полностью остыть. Остывшее варенье разливаем по банкам и закрываем. Наше варенье готово. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. До новых встреч!